В этом видео мы рассмотрим три шуршащих туннеля для кошек фирмы Trixie. После детального тестирования мы выделили схожести и отличия этих трех товаров. Первый туннель сделан из нейлона. Диаметр отверстия у него самый большой среди всех – 30 см. Длина туннеля – 115 см. Два рукава для лазания выделяют этот туннель среди всех других. Они действительно выглядят как рукава какого-то пиджака, а кот будет в них с удовольствием нырять. Второй туннель, точно так же, как и первый, сделан из нейлона. У этого туннеля уже три трубы, через которые может лазить ваш котик. Сверху конструкции есть отверстие, в которое кот сможет высовывать голову и наблюдать за всеми из своего убежища. Третий туннель гораздо короче по длине, чем первые два. Сделан он также из нейлона, но благодаря утолщенным стенкам и шуршащему пакету внутри, он гораздо плотнее, чем предыдущие два. Туннель – это замечательный подарок для вашей кошки, который станет не только любимой игрушкой, но и уютным домиком для отдыха.